Вот через этот поток поступает очищенная вода в озеро, и она вот такого цвета очищенная. А в воздухе содержится очень едкий, неприятный запах скипидара. Сейчас мы подходим к объекту, принадлежащему целлюлозно-бумажному комбинату. Просто видим вот такой вот дым, который распространяется от его очищений. И здесь очень едкий, неприятный запах щелочей или скипидара, но дышать невозможно. Весь снег покрыт вот такими белыми капельками смолы или мазута, то есть в маленьких черных точечках.